Всем привет, с вами Ибравер. Сегодня у нас челлендж по подиворот. Ты мог выучиться, Ивар? Правила челленджа очень просты. У каждого из нас есть по 3 точки, чтобы забить ворота. Но есть одно но. Мяч не должен касаться земли. Каждая из позиций дает по определенным очкам. Первая позиция 1 очко, вторая позиция 3 очка, третья позиция 5 очков. У каждого из нас по 3 попытки. Ну, я начинаю бить первую часть. Я бью первым. Артур попал в штангу. Я должен играть. Я набрал одно очко. Ну что ж, мой второй удар. Сейчас мы посмотрим. Я так для вида попал в перекладину. Надо же. Ну ты дебил. Теперь мой второй удар, я уже заработал одно очко. Привет, батя! Мой третий удар, и сейчас я покажу, как нам серьезно все пора забить. Мой третий удар, надо набирать максимум очков. И я не набираю очко. Ну нахуя? Мы приступили ко второй точке. Я не помню, сколько она дает, 2 или 3 очка, но мы все суммируем потом. Это мой первый удар с этой точки. Надо набирать максимум второй удар сейчас, ну все, теперь пора. Точка. Все, вот тут все решается. Это мой второй удар с этой точки. Третий удар. Все уже ничего не решает.
Это вот Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой и на его. Ссылка внизу в описании.